Сегодня состоится еще один тур игры. Что? Где? Когда? Приглашаем наших знатоков. Алеша, капитан команды. Арсений. Гордей. Макар. Саша. Варвара. И Ника. Аплодисменты. Сегодня состоится еще один тур игры. Что? Где? Когда? Приглашаем наших знатоков. Алеша, капитан команды. Арсений. Гордей. Макар. Саша. Варвара. И Ника. Аплодисменты. Как называется родина футбола? Мы готовы. Знатоки готовы? Да. Капитан, кто будет давать ответ на вопрос? Арсений. Англия. 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 И это правильный ответ. Итак, капитан, кто будет вращать волчок? Вопрос. Как называют жителей марокканской пустыни? Капитан, кто будет давать ответ? Макар. Макар. И ответ? Марокканцы. Жителей марокканской пустыни называют берберы. О! Счет 1-1. Капитан, кто будет вращать волчок? Гордей. Гордей, прошу. Внимание, вопрос. Какой английский спорт нельзя играть, если у вас нет собственной лошади? Итак, капитан, кто будет давать ответ? Макар. Поло. И это правильный ответ. Итак, капитан, кто будет крутить волчок? Я. Капитан, хорошо, капитан крутит волчок. Капитан. Держите. Внимание. Вопрос. Какое государство называют страной тысячи островов? Итак, капитан, кто дает ответ? Я, Индонезия. И это правильный ответ. Браво, капитан. Браво. Молодцы. Браво. Итак, кто следующий вращает волчок? Капитан. Ника. Ника.
Внимание. Вопрос. В какой стране пекут вкусные булочки халы? Итак, знатоки готовы дать ответ? Да. Кто дает ответ, капитан? Ника. Израиль. 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 Халы. Это Израиль. Да. Правильный ответ. Так, капитан, кто будет вращать волчок? Варя. Итак, капитан, остался последний вопрос. Кто будет вращать волчок? Арсений. Ура! Хватит! Как называется национальная одежда Марокко? Сложно. Что? Мы сдаемся. Итак, правильный ответ. Национальная одежда в Марокко называется джелеба. Это счет 6-2 в пользу знатоков. Да, 6! Поздравляем знатоков с завершением 10-й серии игр. Молодцы!